Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вчера я разговаривал с одними своими знакомыми старыми. Это супружеская пара. И у них произошел, в общем, очень неприятное происшествие. Дело в том, что они занимались бизнесом, очень крутым, и они зарабатывали деньги, много денег. То есть их доходы исчислялись, ну, где-то в районе миллиона рублей, наверное, в месяц точно. Вот. И внезапно этот бизнес закрылся. Это произошло в один день буквально. Раз и все. И это как-то вот тяжело. Ну, где они зарабатывали такие деньги? Во-первых, кто-то скажет, скажи, где такое можно, да? Да, это сетевой маркетинг. Вот, там вполне возможны доходы в там, миллион-два в месяц запросто. Вот, и любой бизнес может накрыться. Да, и еще, когда мы вот разговаривали, они мне рассказали, что есть еще одна, так сказать, там, ну, семейная пара, ой, пара, господи, целая семья занималась вот этим бизнесом, тоже сетевым, другим уже, и аналогичная ситуация, тоже весь бизнес накрылся в один день. Я пытался, конечно, понять, по какой причине, это достаточно трудно, потому что, ну, как бы у каждого своя точка зрения, поэтому, наверное, не буду судить, но что я хочу сказать, что чем бы вы ни занимались, это всегда может накрыться. Риски есть всюду. Риски есть всюду, и поэтому я не устану повторять, что надо, ну, как бы хеджировать риски, надо понимать, что это возможно, и надо всегда думать, а что же произойдет, какие риски, во-первых, есть, оценивать их, и что же произойдет, если вдруг все накроется медным тазом в один момент. Ну, я абсолютно убежден, что надо заниматься бизнесом, потому что только в бизнесе вы можете заработать деньги. Только в бизнесе можно заработать большие деньги, поэтому им надо заниматься. Но надо всегда думать о том, как эти деньги не просто заработать, но и сохранить. Поэтому вот я не устану об этом говорить. Смотрите, 10% от того, что заработали, откладывайте в ценные бумаги, друзья мои. Вот. Ну, когда я разговаривал, я говорю, ну, а что-то осталось? Да, что-то осталось. Да, они смогли вывести деньги, значит, частично. Просто, смотрите, вот у них шел доход, поток такой денежный, и они, ну, вложили много денег в компанию. Так вот, то, что они вложили в компанию, им удалось вывести. Вот, это удалось. Вот, но какие еще активы? Да, у них есть контакты с ключевыми фигурами. То есть, какой еще актив? Актив – это люди. Это люди, которые верят в тебя, которые сотрудничают с тобой, которые поддерживают твой бизнес, с которыми ты строишь бизнес. Так вот, надо сохранить еще и структуру людей. Структуру вот тех, она огромная была, у них больше 2000 человек, насколько я понимаю, было в этой структуре. Структуру понятно, что, значит, ну, как это происходило, значит, хрясь, и все, в один прекрасный день они смотрят, так сказать, там все, сервис заблокирован, вот, ну, как бы, структура маркетинговая, и все, понимаете? И нет никому доступа. Те люди, с которыми они контактировали, да, остались там ключевые фигуры, вот, но большая часть, конечно же, недоступна абсолютно, сразу и моментально. И поэтому главные вещи, которые должны быть, ну, во-первых, ну, простые же вещи. Не вкладывайте все яйца в одну корзину. Множественные источники дохода. Бизнесов должно быть несколько. То есть, вот, смотрите, мы зарабатываем, но откладываем денежки. Мне говорят,
что да, тут доходы маленькие. Я говорю про австрийскую накопительную программу. Да, там вообще нет доходности, но извините, когда здесь все накроется, когда за вами будут бегать там через суды, выбивать с вас деньги, эти деньги будут ваши. Понимаете? Вот это вот очень-очень важно. То есть австрийская программа нужна именно для этого. Эти деньги ваши, их не отберут точно, потому что туда не доберутся. Вот, деньги, которые лежат на брокерском счете. Смотрите, они работали в этой сетевой компании, ну, скажем, 3 или 4 года. Давайте посмотрим, если бы они вложились, ну, в акции, скажем, американских компаний. Вот посмотрите, вот индекс S&P 500, смотрите. Год назад, 2 года назад, 3 года назад, вот, где-то здесь вот вложились, посмотрите, сколько бы денег сейчас было. Давайте посмотрим, значит, было, ну, пусть будет самый худший вариант, 2100 стало 2882, вот сейчас, на настоящий момент, индекс S&P 500. Смотрите, рост. По-любому рост, понимаете? То есть эти деньги, которые вот, если бы вкладывали просто вот в американские акции из индекса S&P 500 или какой-нибудь там ETF на этот индекс несчастный, то вот они, выросли бы денежки, понимаете? Теперь, ну, давайте посмотрим на российские акции. Ну вот посмотрите, тот же самый модельный портфель, который я всем, ну, просто рекомендую. Посмотрите, вот он, декабрь 2015, например, вот, или, так сказать, какой там, 2017, вот здесь вложились, да, вот, 100%, предположим, да, август 2016, но вот, посмотрите, он вырос сейчас 240%, на 140% увеличился модельный портфель. Да, он в 2018 году, посмотрите, вот 2018 год, ну что он дал там? Ничего практически, но до этого-то был рост, понимаете? И это просто надо делать, и если бы они это сделали, то денежки бы остались, и было бы на что жить. А что сейчас? Да, они зарабатывали там миллионы рублей, да, они купили квартиру в Москве, да, все это есть, но теперь эту квартиру надо делать ремонт, только-только купили. На ремонт уже надо организовывать новый бизнес. Поэтому, смотрите, вот бизнес — это дело такое, это вот такие доходы, потом падение до нуля и снова какой-то рост доходов, потому что, ну, это неостановимо, потому что те, кто стал предпринимателем когда-то, они уже с этой стези не уйдут. Это очень интересно, очень увлекательно, но и, конечно, риски есть огромные, их надо понимать, поэтому должно быть несколько бизнесов в разных направлениях, и поэтому, ну, чтобы они давали множественные источники доходов. Они рассказали еще про одну семью. Те были намного круче, у них структура была намного больше, у них заработки исчислялись, ну, в районе там, 50 тысяч долларов в месяц. Я не шучу, такое бывает. Это тоже был сетевой маркетинг, и аналогичные причины, то же самое, раз и накрылось. Такое бывает, ребята. Вот, но надо соблюдать баланс между теми активами, которые вот приносят вот прямо сейчас. Вот. Не ожидайте, что это будет вечно. Откладывайте, пользуйтесь моментом для того, чтобы хотя бы там, ну, хотя бы 200 тысяч рублей в месяц у вас было для того, чтобы жить, потому что, ну, если у вас доходы выросли там до, скажем, 1-2 миллиона рублей, то нет никакой гарантии того, что они не упадут там до нуля, понимаете, а так, ну, хотя бы 200 тысяч, это тоже нормально. То есть, ну, я понимаю, что, может быть, для многих покажется, что масштабы вот такие вот, ну, неправдоподобные, это вполне правдоподобно. Но просто люди, которые зарабатывают много денег, они часто приходят то же самое, финансово абсолютно неграмотными. Поэтому мне говорят, что, богатые люди не интересуются в твоих советах. Еще как интересуются, друзья мои, они точно так же неграмотны. Примеров можно приводить сколько угодно. Это вот известнейшие личности, которые пришли, в конце концов, к абсолютной нищете, а были богатыми.
Поэтому обязательно делайте подушку безопасности, обязательно откладывайте куда-то, вот я говорил, значит, там есть абсолютно вот, надежные, там, скажем, программа в Австрии, да, это надо делать. Здесь то же самое, значит, какие-то различные фонды, модельный портфель, облигации, о которых я постоянно рассказываю, то же самое. Вы говорите, брокер может накрыться. Разложите по разным брокерам. В конце концов, долбанная недвижимость, которую все так как бы считают, что это самое лучшее вложение, но вложитесь вы в недвижимость, непонятно, как она приносит доход, так сказать, там, сдавать недвижимость в аренду, ну, тут еще, в общем-то, бизнес, потому что арендаторы либо не платят там, либо еще что. Это бизнес, это тоже надо заниматься. И здесь тоже есть риски свои, например, там квартира сгорела и так далее. Это тоже бизнес. Но это диверсификация бизнеса, пожалуйста. Почему нет? То есть у вас накрылся сетевой маркетинг, но у вас остались доходы от сдачи квартир в аренду, так сказать, там, может быть, хостел там организовали, кому-то отдали в управление это дело. Ну, есть разные варианты. А есть варианты, то же самое, акции, которые... Ну, что такое акции? Акции – это участие в бизнесе, в чужом, в большом бизнесе. Поэтому это надо делать. Ну, не знаю, эмоционально получилось, наверное. Ну вот так.